вот это вот дерево, я его давно мечтал снять, а каждый год забывал. Вот это вот моя ограда, как она, сетка рабица. Это я когда эту сетку рабицу ставил, и вот у меня получился за забором мой сад. Этот сад был фактически уничтожен специалистом, тот самый, что сказал, что помните, что Константин, если ничего не понимает садоводство, надо резать. Вот. Так вот, это дерево случайно уцелело. Как оно уцелело, он до него руки не дошли. Итак, значит, это груша. Так, ей где-то 25 лет. Так, может, даже больше. Я ее посадил своими руками. Я Железов. Вот, об этом и по телевизору показывали, из таких фильмов снято, и она была моложе, то есть тут уже никто не скажет, что я придумал это, и что рабица не моя. Так вот, я ее посадил, один раз полил, все, больше к ней не приближались. И с тех пор, и до сих пор, и знаете, что хозяева, они потом, их гость, уничтожил большую часть сада, так, но хозяева все равно на меня ворчали. Ну, посади что-нибудь другое. Мне надо было новый сорта испытывать. Я посадил десяток груш. Когда они... Это потом он часть уничтожил с секатором и этим, ножовкой. А это как бы яркий пример. Ну, не трогал ее никто. Ну, не трогал. Вот. А теперь, представляете, обрушилась бы вся любовь. Ой, мы еще будем проходить. Знаете, почему мы еще будем проходить и проходить? Сейчас объясню. Дело в том, что не только в том, что кто-то присоединяется. Постоянно задают вопрос. Приходят эти фотографии. Мне надо реагировать. Ну как одному человеку, то надо минимум полчаса, чтобы объяснить, в конце концов, принципы обрезки по принципу не трожь. Или 7 раз отмерь. Я их здесь вам показываю. Прошу вас, повтор увидите, не обижайтесь. Потому что это самое, нас становится, надеюсь, все больше. Это во-первых. А во-вторых, я стараюсь как-то подойти с другой немножко стороны. И фотография другая. И самое главное, ребята, вот я не зря выбрал этот снимок. Вот это мое, да? Это только мой саженец. Никто не подходил. Я сейчас, я Железов, потому что это трудно поверить. Клянусь Богом, что за эти 20-25 лет, после того, когда я полил его, посадив, полил, так? Вот. К нему ни, как это называется, ни удобрять, ни поливать, ни резать, ничего никто ни разу за 25 лет не сделал. А против меня и против вас существует гигантская, она продолжается и все расширяется. Сейчас осень, начало зимы. И все резать, и резать, и резать, и резать. Это только часть проблемы. Потом заливать подземный полив, лить, 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 уничтожая водой, все. Вот. Еще страшнее лопаты, вода, только об этом никто не знает. И вот эта гигантская индустрия, им надо продавать, 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 им надо реклама, реклама. Они все это, и вот про каждую веточку, и вот уже человек читает, читает, или слушает, слушает. Это такая гигантская проблема, что я буду продолжать то же самое. Хотя, как шагреневая кожа, процент вот этих реальных вещей, а кроме себя редко вижу реальные вещи. Помните, я как говорю, ой, наконец-то нашел что-то пути. Вот. Поэтому будем продолжать.